День добрый. Кратенькое видео, объясню, в чем дело. Вот у меня две лели, 1109, 1067. Они были отданы представителю в Хабаровск, они у него лежали, я не знаю сколько, 3 месяца или полгода. Он сказал, что они не продаются, соответственно, я их забрал обратно. И вот они как пришли, я сейчас поставлю на них прицел и сделаю по 2 магазина на каждую мишень, для того, чтобы показать кучность. Винтовки новые, ничего с ними не делалось. Я их выставлю в продажу не как новые винтовки, а как трейдиновские винтовки, как бушные. Но в связи с тем, что они на самом деле не трейдин, там скидка не очень большая будет. Может быть, только за счет того, что манометр там не новой версии стоит, а старой версии. Соответственно, я сейчас отстреляю, чтобы было понятно, что это именно для трейдина. Вот я ставлю прицел. Комплектация обычная, 2 барабана, штуцер, документы. $200. На 2 барабана, но на первом барабане я сделаю буквально, может быть, 1-2 выстрела, для того, чтобы понять, куда она летит. Вот, все, эти пенопласты. И потом я буду уже в зачетную мишень. Значит, 2 барабана с одной винтовки, 2 барабана с другой винтовки. Ну, все, пошел зачет. Вопросов у меня нет к этой винтовке. Вы, в принципе, на мишени видите все. Так. Значит, это было 1109 и 1067. $211. То есть они вот такие пришли. У них с транспортной компании привезли. А, ну еще подшипник металлический, да, старые винтовки. Хотя предохранители уже новые. Так, опять пристрелочная, потому что не знаю, куда она бьет. Сейчас посмотрю. Не вижу даже. А, в ту же точку. Интересно.
Я сейчас мишени принесу, камеру не выключай, сопроводишь меня туда и обратно. И заодно притащу фотоаппарат. Секунду, я бегом, я быстро. У меня камера отключилась, зараза, я даже не знаю, что она сняла. Так, ну посмотрим. Значит, первая мишень, первая винтовка. И вторая винтовка. Значит, кучность 19, 22, вторая винтовка 17, 24, 23. Значит, это, ну, надеюсь, хоть что-то камера сняла, аккумулятор сдох. Это к вопросу о том, что тогда говорили мы, когда с Ярославом стреляли. А, это медик стрелять не может. У Ярослава 20-кратник. Я не привык к такому прицелу, это раз. И во-вторых, он слишком близко стоял, и мне вот так стрелять неудобно совершенно. То есть вот с моего привычного прицела, соответственно, получается получше результат. Как я еще раз сказал, повторю, винтовки новые. То есть я их отстрелял, отправил, они там пролежали полгода или сколько. Никто не купил, я их получил обратно. Вот опять отстрелял. Эти отстрелы пойдут на сайт, в раздел продажа бэушных винтовок, и люди смогут посмотреть реальный отстрел вот этой винтовки, этих винтовок. И там ценник будет стоять. В принципе, мне кажется, все должно быть понятно. Надеюсь, что вопросов нет. А если они есть, вы пишите в комменты, я с большой радостью на все это отвечаю. Всем спасибо, чмоки в этом чате. Пока-пока.